толкую. Указ 7-8 шьешь, начальник. Я шью? Да при чем здесь я? Если бы ты посмотрел на себя со стороны ручников, ты бы заметил, что указ от 7 августа, который ты 7-8 называешь, у тебя на лбу отпечатан, а у сообщницы твоей волокушиной тем паче. Так что по десятке вам, граждане. По десятке на душу населения. А тебе-то какая забота о нас думать? Ну что ж, я был с тобой откровенен. Хочу, чтобы да и ты со мной пооткровенничал про дружка твоего Фокса. Плевал я на твою откровенность. Невоспитанный ты человек, Ручников. Выражайся при даме поприличнее, а то я тебя огорчу до невозможности. Ну, это понятно. Но мне-то какой резон с тобой откровенничать? Резон прямой. Чистосердечная помощь следствию смягчает ответственность.